Ох, как хорошо я в магазине затарился. Пакеты вон тяжелые несу. Ой, там какой-то сосед странный, постоянно палит на меня, что-то хочет, видимо. Вон у него трактор стоит без колеса, поломанное вон, сдуто. Постоянно смотрит, по этажам бегает, с разных окон за мной наблюдает. Где он там? Ла-ла-ла-ла-ла. Вот. Что тут у нас? Свинюшки, как вы? Привет, мои хорошие. Кабанчик, привет. Так, вас надо покормить. Сейчас я принесу салатик. Вкусненький, как вы любите. Салатик вкусненький для хрюшек. Люблю салатик. Хрюшки, вот, кушайте, мои хорошие. Так, соседушка какой-то странный к нам приехал, ушастый. Все время зарится на меня, я на него зарюсь. Так, надо бы сходить проверить. Этот сарай, кстати, тоже его. Там огороды ходят. Всякие. Почти все поля на этой ферме его. Морковка, капустка, помидорки, кукурузка, все на месте. Это хорошо. Так, сейчас схожу к себе домой за рассадой и поеду садить помидорки. Ой, спина! Спину прихватила. Ой, нет, надо дома отлежаться немножечко. Спина болит. Ой. Так. Кровать, привет. Ой, вздремну немножечко, никто не заметит. Я видел, что ему там Семёныч газету принёс. Вот её взять и унести. Так, всё. Газета у меня. Это явно не простая. Ой, хорошо поспал, пора бы на работу. Тут что-то красное написано. Это не новость. Почтальон ничего не привез. Привет, мой хорошенький пингвиненок. Свинки кушают. Так, сейчас возьму рассаду и поеду на огород садить помидорки. Так, где тут у меня рассада была? Так, сейчас найду. Рассада. Где моя рассада? Что, опять вандалы какие-то украли? А, нет, вот она моя рассада. Ла-ла-ла. Так, сейчас положу в багажник трактора. Опа, все. Поехали. Так, а в какой стороне поле? Я забыл. Вроде бы, все, вспомнил. Поехали. Как он мог забыть, в какой стороне его поле? У него поле, поля с обоих сторон. Главное, чтобы он их не перепутал. У него тут всякое лежит. Свиньи какие-то переростки. Семочки. Что-то в ящиках лежит. Странный он какой-то. Нужно будет к нему сходить, посмотреть ему в доме. Такое чувство, что он какой-то криминал. У него там газеты всякие вон валяются, измазанные чем-то красным. Надо в интернете посмотреть. Компьютер лагает, ё-моё. Бесполезный. Так. Всё, рассадил. Пора домой. Вот он мой домик. Чтобы он опять спать либо пошёл, либо на поле поехал. Так. Колёсико на месте. Так, все на месте. Так, все. Часы опять упали. Сейчас повесим на место часики. Хопа, все на месте часы. Так, пора бы на второй этаж ходить, посмотреть, на месте ли мое добро. Да, все на месте. Так, все на месте, в коробочках все на месте. Так. Пойду к соседу, дядь Семену. Так. О, здравствуйте.
А я это, я хочу, я познакомиться хотел. Я вот просто стеснительный парень. Вот хотел к вам познакомиться. Может, вам по хозяйству помочь вы надо? Не стесняйтесь, вы не стесняйтесь. Я дедушка добрый, люблю гостей. Ну, давайте я вам по хозяйству, что ли, помогу. Да нет, не надо, я дед, у меня уже деменция, 2 штуки прошло, и все, я по жизни нормальный, спина, правда, любит. Можно пройти к вам посмотреть? Да, давайте. Ой, молодежь, что только они придумали эти заводчане. Ой, а давайте к вам сходим чай попьем. Да, давайте, почему бы и нет. Давайте, сейчас я... А это что у вас музыку издает? Что за волшебная машина? А это такая штука, колонка называется. Просто она у меня сломалась, и теперь громко-громко играет. А как выключить, не знаю. Ну, вы, если что, принесите ее ко мне. Я механик еще тот. Сейчас, подождите, дверку открою. Ага. Все, проходите. Не стесняйтесь. Давайте, где у вас тут кухня? Вот. На кухню? Вот чайничек, заваривайте. Сейчас я второй стул притащу со второго этажа. Угу. Что-то странное. Вот газета еще на голове смазана. Что-то тут так, не то. Вот стульчик. Угу, спасибо. Да я так шепчусь, я просто, знаете, у меня это симптом такой, я постоянно шепчусь между собой. Ой, а где у вас руки можно помыть? Руки вон на второй этаж не сходи. Ага, смотри, спасибо. Там найдешь. Только в туалете не мой. Там вода плохая. Ё-моё. Будьте правда мой-то. Я тут все коробками ё-моё. Так, что-то он там как-то... Ой-ой-ой. Вот, я пришел. Да, я не нашел, я из бутылки достал, сполоснул. А, ну хорошо. Присаживайтесь. Попьем ваш чаек. Да, давайте. Надеюсь, вы там не начали в ваше современное время. Никакую отраву не подмешиваете в чаи. Да нет, вот. Давайте сейчас попьем. Вот, смотрите, сейчас я достану чашечку. Во, пью. Налил, пью. Ага. Сейчас я тоже налью себе. Так, о, вкусный чай. Да, индийские травы. Молоко любите в чае, да? Молока много любите? Да. Ну, много молока в чае, это хорошо. Вон, вас смотрю, свои загоны. Молодой человек, вы не видели, где моя тумбочка? И почему телевизор на воздухе стоит? Не знаю, а где тумбочка? Непорядок, сейчас тоже принесу новую тумбочку. А, у вас телевизор-то на болты прикручен вот к стенке. Это потому что советские технологии. А я старый, у меня уже деменция. Забыл. 3-я, походу, началась. Ну ладно, мне там уже пора на работу. Мы чаечек попили, мне пора. Вы чайник забыли? Да у вас оставьте. Если завтра еще приду, попьем чаек. А, ну хорошо. До свидания. До свидания. Я ушел от этого. Чаек. Сейчас надо стульчик обратно отнести. Хороший сосед, слушайте. Так, лучше этот. С ним я не буду, как со всеми остальными шизиками. Так, сейчас стул куда-нибудь поставлю вот сюда. Так, все. Хороший сосед. Вот я ушастый, приехал. Правда, что с ним? Что у него там случилось? Уши отрастил. Вроде и не из семейства кролей, вроде кролей у нас не завелось еще ни разу в краях. Ты приехал на работу. А уши есть, вроде ты тух, а уши кроличьи есть. Так, все, я поработала. Кроли нет, это понятно, только он какой-то странный. Типа, что тут кроль забыл у нас в краях, я же всех кролей еще в 40-х годах обстрелял со своего пулемета, а оставшихся еще взял, кого сгрыз, кого потравил. Так, сейчас надо бы где-нибудь найти деревья повыколупливать. Сейчас только найду свой топорик дома. Вот он, мой топорик.
Пойду деревья, что ли, порублю. Так. О, вы вернулись? Да, здравствуйте, я уже... Я на саду работаю, вон там, в третьем квартале. На плантациях я там пристроился. А я тут сейчас немножечко деревья порублю, вы не смотрите. Да, хорошо. Порублю и уйду домой. Угу. А то уже скоро ночь там, скоро стемнеть будет. Это да. А вам вообще сколько вам лет-то? Мне где-то дней так 20 назад 80 стукнуло. О, ну с прошедшим. Спасибо, малый. Какой-то ненормальный. Топор весь в крови у него. Ну, вроде он меня за добренького посчитал. Ну, все, скоро ночь, нужно ждать. Так, ой. Нужно к нему пробраться. Сейчас только дверь вот такой замок стоит. Так, он там спит. Трава какая-то. Так, ну, в доме вряд ли что-то есть еще. Опять кошмар приснился. Кошки опять во дворе, пойду их прогоню. Надо спрятаться. А ну пшали отсюда, плешивая мелгузня! Или мне показалось, пингвиненок, ты тут лежишь? Ну лежи. Надо спрятаться. Так. Свинки, это вы тут хрюкали? Нет, не вы, я по лицам вижу. А что тут тогда? Может, соседушка что-то делает. Сходить надо, что-то у него дверь открыта. А его дома нету. А что-то, может, случилось? Камин теплый, только недавно подогрел, похоже. Прячемся. А где тогда соседушка-то? Так, надо будет в ближайший полицейский участок с этим отправиться. Так, что? Газетку почитать, одежду примерить или оружие поехать закупить? Наверное, сплю лучше. Будем не побыстрее. АК-47! Ё-моё, надо идти домой быстрее. А то ещё увидят в окно меня. А! Опять кошки во дворе. Сейчас я их всех распугаю. Блин, вот бы он не заметил, что крышка повернута как-то не так. Сейчас я покажу этим кошакам, как мой сон красивый. Ё-моё. Как в старые добрые 40-е. Кошки разбежались, все, пора спать. Ждал. Может, в компьютере посижу? Работает. А может быть, соседу в шутку камень в окно кинуть, как мы в 20-х годах вместе со друзьями отдыхали. Но сейчас найду, соберу и кину в шутку. Самое главное не разбить. Так. Вот он, камушек маленький. Что происходит? Какой-то звук? Что за звуки? Я только начал дремать за креслом. Ну ладно, надо пока прятаться и... Что он там? Сейчас посмотрю на его реакцию. Ну до утра уже. Что было, блин? Ну все, надо переждать ночь до утра. Утро. Доброе утро. Так, к соседу надо. Ой, здравствуйте, сосед. Что, о, здрасте. Да не, я под кресло что-то забился, пока кровать не привезли, и спать начал. Вот так до утра и проспал. Ну, понятно, что с вами. А что это у вас тут за пингвин какой-то в будке? Его Лёшка зовут, он любит чебуреки с мясом кушать. А, так пингвины же, они рыбу едят.
У меня он приучен. Я его с экзотики, когда в Антарктиде был в 50-х годах, я его принёс. Ух, ё-моё. Выкормил чебуреками своими вкусными. И теперь вот он у меня в будке, как пёсик, живёт. Понятно. Ну что, давайте к вам сходим чай попьём. Тут подождите, сейчас я ещё одного своего питомца принесу. Что-то у него в окнах ничего. Миша, идём. Вот, смотри, Миша, это друг. Ох, какой хороший. Его зовут Миша. Я его тоже тогда же из Антарктиды привез. И вообще, что ты ночью сегодня, Миша, сбежал? Проходите на чай. Сейчас я отнесу Мишу на второй этаж. Ага, хорошо. Так, Миша. Вот и стульчик сейчас. Можете принести? Сейчас принесу. Так, вот он, стульчик. Так. Двери за собой не закрывать. В лифтах, что ли, родились? О, извините. Да, не волнуйтесь, я закрою. Так. Сейчас я подвину. Что, вот ваш черёк стоит, как мы вчера в отеле. Сейчас я подвину как-нибудь стульчик, а то он вон. Хорошо. Вчера вы оставили чаёчек у меня. Да, давайте попьём. Вот я разлил сейчас, вот. Сейчас я тоже возьму. Чай хороший. Это индийский чай с китайскими листьями. Ёлки, шо напридумали в этих ваших... этих. У нас в 90-х просто чай с молоком был, а у вас эти ваши китайские, индийские. Ну да, да. Ой, а кстати, я вот знаю, знаете, руки хотел еще раз помыть и в туалет сходить. Где там, вы говорите, на втором этаже? Да, на втором этаже все. Да, хорошо. Вы там только не переживайте, если меня долго слишком не будет. Хорошо. Ой, у вас тут что-то шкаф как-то открылся сам. Ну, ладно, я уже наверх поднялся. Что это такое? Это мне... Так. Вот тут дробовик. А, надо посмотреть, что он там так долго делает. Дробовик. Что это такое? Надеюсь, он там сзади не подошел. Ой.